Здорово, ребята! С вами Димас, и я продолжаю проходить Muppet Monster. Следующий уровень. Molten Moem. Ну что ж, отправляемся в этот уровень. За кадром я его прошел. Но уровень такой уже, еще сложнее. Так, что у нас там? Сердечко нам нужно. That love is some hot stuff again. If you fall in, this will be one very, very short game again. Да, он нас предупреждает о лаве. В принципе, я и сам бы догадался. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Так, опять эти чайники. Тут надо успевать. Так, я лучше пережду. Замечательно. Так, вот зелененькая. Так, тут у нас закрытый проход пока что. Нам его потом предстоит открыть. Да, еще забраться вон туда. Отсюда я это не сделаю. Но я кое-что смогу сделать уже сейчас. Например, полететь на эту центральную платформу. Like fish in a barrel, okay. Да, и пройти мини-игру. Надо курицами сбить мишени. Шесть мишеней надо сбить. Вроде уложился. You did it. So go get your Muppet token, okay? Так, берем знак Muppet. Замечательно. Так, где эта платформа? Так. Как бы лучше сделать? Лучше начну сначала, так, для безопасности. Так, и надо направо нам отправляться пока что. Так, чайник. Тут у нас новая напасть. Хорошо, что они не такие резвые, эти кактусы. Но все равно. Все равно они представляют опасность, конечно же. Так, возьму сердечко и забью тыкву. Ну и собираем звездочки. О, этот опасен. Он костями разбрасывается. Так, тут у нас пока закрыто. Прыгаем тогда сюда. Так, опять этот кактус. И тот чайник, что костями кидается. Успокойся немножко. Успокойся. Так, сердечки у нас пока полные. Не нуждаюсь я в них. Так. Вот этого загасил. Так, тут тыква есть. Отлично. И забираемся наверх. Я там... А! О! Пока не забыл.
Тут есть вот эта вещь. Первая буковка. Так, теперь летим к тому чайнику. Ух, он меня мог ударить. Я успел. Так, вторая буква. Коробка. Также рычаг. Рычаг, он откроет проход здесь, да, внизу. Замечательно. Замечательно. Так, летим в этот проход. Так. Немножко остановись. Так, разбиваем коробки эти. Берем чекпоинт. А, отлично, собираем звездочку. Еще одну, еще одну. Вот еще одну. Ух ты. Так, тут опять-таки вихрь. Так, и тут чудак с костями. Лучше его устраню пока что я. Так, ты где? А, вот ты где. Так, я тебя немножко ушатаю. Так, вон тот с молотилкой. Ну, спускаемся мы здесь. Ну, отвали. Ах ты, гад. Костями в меня бросаться он вздумал. Ах ты, сволочь. Лети отсюда. Так. Берем. Красную, синюю звезду. Сердечко надо взять. Ну, давай, давай, давай. Робин. Улетает сердечко. Так, тут есть проход. Мы владеем приемом. Такие двери мы можем прошибать. Так, и тут находится третья буковка. Тут есть вихрь, поднимет нас наверх. Ах ты, чудак с костями. Чудак с костями, это нехорошо. Так, вот тут наверху еще один такой чудак есть. Так, ну, вроде бы все, да? А, вон там наверху, обратите внимание, у нас есть что взять. Для этого надо залезть наверх. Так, тут есть звезда желтая. Коробка. И мини-игра. Ready or not? Time to play hide and seek again. Надо гнаться за призраком. 15 раз. Вот он в коробке прячется. Надо сбивать эти коробки. И гнаться дальше. Так, он еще даже не успел спрятаться. Так, куда он ушел? А, он... Вон он. Так, время мое тает. Так, вот он. Ну да, он пойдет сейчас наверх. А, он уже наверху. Время мое тает. Так, осталась одна коробка. Отлично. Я все прошел.
Where to go again? Hey, do you give him the Muppet token again? Так, мы берем знак Muppet. Замечательно. Так, это второй уже на этом уровне. Вау-вау-вау, чуть в лаву не угодил. Так, тут есть... Take it from a king prawn again. You do not want to be broiled again. So, time your chance here carefully again. Да, он предупреждает, что прыжки надо свои рассчитывать осторожно. Прыгая по платформам. Тыква. Вот еще одна. Чекпоинт. Так, сердце можно. Так, шлем. Так, ты живой, гад? Уже нет. Так, на той стороне у нас кое-что есть, но и на этой стороне есть. Чайник. Рычаг, коробка. Так, что делает рычаг? Лесенку сделал такую. Замечательно. Бежим на эту лесенку. А, и тут у нас пока проход закрыт. Куда лететь надо? Ну, например, сюда вот. Ушатываем этого чайника. Так, берем звездочку. Так, тут у нас есть рычаг. Так, там у нас тупик, провал. Так, дергаем рычаг, открывается проход. Замечательно. Так, я хотел бы взять вот эту звезду. Так, и для безопасности полечу вот с этой высоты. Так, возьму-ка я чекпоинт, не поленюсь. Возьму чекпоинт. Ага, стоит. Хрень там это. Ах ты сволочь. Задела меня, гадина. Так, один. Второй. А, и с костями еще. Третий. А, вон еще и эта штука есть. Сволочь, она какая-то быстрая. Так, ну ладно, я взял сердце. В принципе, собираем все, что тут есть. Тыква есть тут. Замечательно. Так, теперь что? Тут есть звезда, но осторожно. Там этот чайник. Он меня кидается, гад. Так, буковка. Ай-яй. Черт, там еще звезда. Так, а вот эта коробка за полное слово. Бонус. Ага. Я тебя узнал. А ты меня? Слышь ты, чайника кусок, всех тут завалю. Так, коробочка, коробочка. Да, надо собрать ту звезду, а то непорядок. Можно, по-моему, с этого, по этому краю пробежаться и долететь. Или нельзя? Да не, может, почему нельзя?
Так, сколько мы уже собрали? Давайте посмотрим. Ага, осталось где-то еще 73 звезды и 2 маппета. Замечательно. Замечательно. Так, идем сюда. Тут у нас чекпоинт. Ага, вот звезда. Опять этот вертящийся. Ага, тут рычаг. Он открыл проход. И лесенка. А, это пункт в начало уровня, кстати говоря. Надо убедиться, что я ничего не пропустил. Стоять. А я не собрал, да, еще? Последнюю букву. Не собрал. Значит, нам предстоит вернуться потом. Так, ну вот у нас есть, да, теперь возможность забраться. Слышишь, ты умник. Так, тут звезда. Тут звезды. Вихрь. Рычаг. Этот рычаг открывает проход внизу, снизу. Так, тут конец уровня. Я, пожалуй, соберу все, что тут лежит. Чтобы точно знать. Так, вихрь нужен для того, чтобы вернуться обратно. Так, полечу-ка я вот туда. Так, последняя буква, отлично. И эта штука, надо вернуться. За маппетом. Тут присутствует еще один маппет. Сердечко. Так, что у нас по звездам? Все, звезды все. Так, осталось вернуться за маппетом. Так, надеюсь, я долечу вот там вот. Ну, по идее, это должен все. Не долечу, что ли? Так, вот тут есть вихрь специально, чтобы была возможность набрать высоту и вернуться обратно. Бежим за маппетом. Отлично. Ну все, теперь идем заканчивать уровень. И второй заход будет на пробежку за монетами. Так, 100%, да, он говорит, закончен. Выкидывает нас обратно в варпрум. Думаю, стоит сохраниться. Там было 16%, да? Сейчас сколько будет уже... Не знаю. Ну ладно. Отправляемся в этот же уровень. За монетами. За монетами. Надо посмотреть, сколько их врагов в этой миссии было. Сейчас посмотрим как раз. Ого, 42 монеты. Да, это много. Это серьезно. Ну ладно. 42 так 42. 42 чайника. Готовьтесь. Так.
Да на кого ты машешь? Так, здорово. Здорово. Ах ты говно, я про тебя забыл. Опасный тип. На расстояние такое. И этот еще один. Так, вихрь. Не надоело кружить-то? Так, забираемся наверх. А, уже ждут два дебила. Хрен ты меня достанешь, понял? Так, мне надо на рычаг. Рычаг пощупать. Вау-вау-вау. Да, это было как-то тупо. Согласен. Так, чекпоинт. Черт. Это тоже было тупо. Ладно, пощупаю еще раз чекпоинт. Надо сердечки будет забрать. Не потерять. Слышь ты, вихрь. Как ты, кость летит на меня. Ух ты, он на меня чем-то кидается, что ли? А, или это тот? Так, тут еще вот тоже... Здорово, здорово. Здорово, здорово. Так, а тут было что-то? А, уже пусто. Уже все подмели. Так, того чайника не забыть наверху. Там туда наверх лезть не надо. Так, тут вот так срезается. Так, сердечко это хорошо. Так, опять ты. Вижу, вижу, вижу. Так, рычаг, лесенка. Так, и полетели вот к следующему рычагу. Замечательно. Ага, вихрь, блин. Уже закружил. Быстрый он, однако. Быстрый он. Здорово. Здорово. Всем добра. Так, не нужно было брать это сердце, ну ладно. Что взято, то взято. Ну, сколько здесь вражин это развелось. А.
хрен тебе, понял? Тебе хрен. И вам двум дебилам. И вам двум дебилам хрен, наны. Так, бежим дальше. Чекпоинт. О, вихрь. Заткнись. Так, я снова... Я уже почти в конце. Так, может уже все собрал? Надо посмотреть. А, нет, вряд ли. Вот же еще вихрь. Надо ли мне это открывать? По-моему, там никого не было. Кроме сердечка. Сейчас посмотрим. Списочек. Огласите, да, все монеты собраны. Замечательно. Вообще понятия не имею, для чего они. Так, ну что ж, можно считать этот уровень пройденным. А вот что дальше, следующий уровень, я даже за кадром еще не видел. Но это не босс. Босс будет после. Так, надо сохраниться. Сколько там процентов? 21% уже игры пройден. Обалдеть. 1/5, почти четверть. Ну что ж, ребята, благодарю вас за внимание. С вами был Димас. Увидимся дальше. Пока-пока.